Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали протез сосудов, который после установки полностью замещается собственными тканями живого организма. В университетской клинике КФУ уже успешно проведена операция по внедрению протеза в организм свиньи. Планируется, что разработка поможет детям. Аналогов растворяемому протезу нет в мире, и детям приходилось проходить несколько операций по причине роста организма, в то время как протез не растет. Разработка КФУ позволит решить проблему за одну операцию. Разработке уделяется внимание со стороны федеральных СМИ. Телеканалами «Россия» и «Звезда» были выпущены видеосюжеты о медицинском открытии КФУ. Результаты операции являются успешными. Период восстановления составил около 65 дней. За это время протез полностью изменился и сросся с тканью организма. Протез КФУ не оказывает сопротивления, а распространяется в организме и создает питательную среду для роста клеток. Еще одним преимуществом является меньший риск инфицирования, поскольку инфекция входит в взаимодействие с протезами других типов, и побороть ее сложно. Также подобные протезы могут вызвать нежелательные новообразования в кровеносной системе, в то время как протез сосудов, разработанный в КФУ, становится единым целым с организмом и не вызывает подобных проблем. Казанский федеральный университет принял решение развиваться в сфере трансляционной медицины. Трансляционная медицина – это направление, которое предполагает сокращение разрыва между исследованиями ученых и практическим здравоохранением. Существующие регламенты современной системы здравоохранения не позволяют проводить экспериментальные операции, что значительно замедляет развитие методов лечения. Именно поэтому трансляционная медицина является трендом современной медицины в мире. Для реализации такого подхода КФУ и была создана университетская клиника, чтобы сокращать разрыв между разработками и клинической практикой. Выстроенное тесное взаимодействие ученых и врачей в рамках клиники начинает давать свои результаты, одним из которых стала разработка и проведение операции по проекту протеза сосудов. Артем Тупичкин, Универньюз.